Печальное известие не стало первого директора калмыцкой телевизионной и радиовещательной компании Владимира Лиджиева. После окончания Рязанского радиотехнического института он на протяжении многих лет трудился в родной республике. Сначала работал в должности начальника цеха радио, потом перешел в студию телевидения. В 2005 году возглавил региональный канал и, будучи специалистом с большим опытом, занимался техническим оснащением, обеспечивающим бесперебойную работу эфира. 14 лет проработал в радиотелевизионном передающем центре Республики Калмыкия, награжден почетной грамотой Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию, нагрудным знаком почетный радист, почетной грамотой правительства региона и другими. Коллеги запомнили Владимира Лиджиева как ответственного профессионала, справедливого и отзывчивого человека. Телеканал НТК и РИА Калмыкия выражают соболезнования родным и близким Владимира Николаевича в связи с утратой.